よくないことが起こる。ちょっと急ごう。あ、タラカン。何？敵いる？そう言われると警戒しちゃうじゃん、こっちとら。なんもない。ちょっと気味悪いんだけど。うわ。え？何そのチェルノブライトのばらつき方。通れない。ん？通れる？通れない。ちょっとこれ集合体が苦手って人にはちょっとやばいかもしれん。ああ、ギシギシ。なんでこんな見通しの悪いアパートを。めちゃくちゃ罠にはめられそう。大丈夫か？おお、いた！びっくりした。ты знаешь о Татьяне？ Следи ка за языком, малыш. В глубине души я беспокоюсь, может.Ты сам служишь крысиному королю, а? После этих твоих фокусов. Что еще за крысиный король? Это мудрый вопрос. Я и сам много лет ищу на него ответ. Крысиный король возвестит о наступлении последних дней. Он и его армия крыс. Они чума, которая поглотит мир. Они конец всему. У меня нет на это времени.Давай ближе к сути, если она там есть. Настанет время, и тебе откроется правда. Но сейчас это не важно. У тебя есть вопросы? Задавай. Хай. Иройро кичау ё, чао. Я ищу свою невесту. Ее зовут Татьяна Амалиева. В последний раз я видел ее здесь, в Припяти. Незадолго до Чернобыльской аварии.Много лет прошло, верно? Что же конкретно ты намереваешься найти? Точно не знаю, но... Но она преследует тебя во снах. Я так и думал. Вот, погляди. Я собрал немало документов, целую кучу. Прочти их. Многое станет понятно. Тихо, мышонок. Они здесь. Черт! На этот раз крысиный король...Обставил нас. Нельзя допустить, чтобы мои архивы попали в их грязные лапы. Не ожидал, что вторая проверка случится так быстро, да? Прости, мышонок. Шрабер. Борис был информатором КГБ? Я думал, этот ублюдок мой друг. Борис. Так и попадись он мне.Для тебя это все игра, крысеныш. Думаешь, кто угодно может заявиться в зону и творить, что вздумается? Крысиный король грядет, а ты собственными руками приближаешь его царствие. Понимаешь ты это или нет? Вот и Нар спешит на крысиную вечеринку. Думаю, я оставлю вас гореть вместе всей вашей визжащей крысиной шаблой.Хотел бы я, чтобы ты сделал другой выбор, Игорь. Э. Моясь бы кидатта кана. Аааа! Аааа! Ябай! Ябай! Ябай!あ、出られた。出られたけど、待てよ。敵が、敵はいないか。すげえ動きがスローだ。なんかボリスって前
あ、ハテナがあるぞ。前ちょっとだけ話してたんだよな。その過去の仲間か誰かだったかな。そいつがじゃあ裏切ってるってことか。でもな、待って、なんか脅威が迫ってるのはわかるんだけど、ハテナは気になる。え、なんだこれ。ちょっともう一回上チェックしようか。あ、もうダメか。入れない。っていうかこのアイコンは下だな。あ、ピッキング。え、何？あ、レーションかい。これ外が燃えてるってことはだ、黒衣ストーカーインカミン、もしかして。とてもその予感がする。あー燃えてるよ。あーららら、ちょっと待って、この上を示してるのは何なんだこれ。どの階層だ。7メートル。あ、何かある。手がかりか。アマリエバ宅で発見した反共産主義的、なんだそれ。アマリエバ宅、うわ、同志ボリスって書いてあるし、めちゃくちゃ裏切られてるよ。やっちまったな。はい、もうちょっと戻ろう。はい。あ、レーションたくさん持ってきてる。また二人になっちゃったし、飯たくさん食おうか。うん、どうしたものかな。Слушай, Игорь, я... Конечно. Я всякого в жизни повидал, как это назвать... Внутри пространственный... Ты опять, да? Хай-хай. Что опять? Используешь эти ваши... Извини. Или ты про... Глупо. Потому что знание... Снова? Точно? Как зн... Нет. Для... Поменяй. Конечно. Масовья, このままでいいし。なんか手がかり増えてるかな。あ、シミュレーション準備完了になってる。ちょっと待てよ、その前に。はい、発電機をもう一個増やしたからだいぶ電力の余裕ができて、空気品質がちょっと下がったかな。で、もっとサイズのでかいストレージも設置したんで、ここにアイテムをしまっとこうか。ん、今のところこの AK を使う機会がなさそうなんだけどな。とりあえずしまっとくか。リボルバーの弾がすげえ手に入ってる。メタルプレートはとりあえず持っとくか。あとは、まあ、こんなところか。ガスマスク、とりあえず手元に置いておくか。あ、違う。はい。そうとと。インベントリーもっと欲しいな。んで、バーナーとかがなくなったから、あ、そうだ、チェルノブライトここでたくさん作れるんだった。忘れてた。
バーナ作っ、あ、あんまり作れない、あんまり作れない。あと、あ、違う、ピッキングツールを、まあ5個もあればいいか。で、レーションの余裕がだいぶあるんだけど、あるんだけど、ああ、キノコないか。どっちみちキノコか。はい、薬草をちょっと補充。はい。じゃあちょっと、起動することによって何がどうなるのかわかんないけど、アリアドナというものを起動してみたい。バーチャルリアリティはあなたを現実と夢の狭間へ連れて行きます。過去の秘密を暴くには一晩中かかるでしょう。良いですよ。あ、本当に過去だ。1986年3月25日。おお、えらいことになってる。まあ、これで何かしらの。あ、ストップ。Это Борис。Красиво, правда? Это Игорь подарил мне на день рождения. Он такой милый. Из Ленинграда привез. Просто очаровательно. Крошечная танцовщица. Вот значит, кто ты для него. Я понимаю тебя намного лучше. Ох, Таня, если бы только дала мне шанс. О, Борис, о, май. Ма, 確かにこの贈り物はちょっとセンスを疑うけど。あ、何も開けないや。また二人か。Борис, давай не будем к этому возвращаться. Не разрушай нашу дружбу. Об этом можешь не беспокоиться. Я всегда буду твоим лучшим другом. Но я не могу забыть тот вечер на Серебряном озере в Гатчине. Ты сказала... Что бы ни было между нами, это в прошлом. Пожалуйста, просто не надо. А, Борис が探りを入れてましたと、イーゴルの知らないところで。Ладно, если ты правда этого хочешь. Но ты совершаешь ошибку, Таня. Игорь зарылся в своей книге. Он никогда не разглядит, кто ты на самом деле. Он видит только идеальную славянскую женщину. Хрупкую, удобную и послушную. Рядом с ним ты не сможешь быть собой. Боишься затмить его, преуменьшить его заслуги, отпугнуть. Ха. Со мной тебе никогда не придется притворяться тем, кем ты не являешься. Собой я могу быть только с Игорем. Не пытайся мной манипулировать. Я сделала свой выбор, и тебе придется с этим смириться. Извини, если я сделала тебе больно. Я не хотела. А, Татьяна は裏切らなかった。Давай просто чай допьем. Мне нужно быть дома к пяти. Что? Я помню музыкальную шкатулку. Она из Ленинграда. Но Борис... Он что, пытался подкатить к Татьяне? Я ведь доверял этому засранцу. そういうことになるね。てか、ここまではっきりと見えちゃうアリアドナを作るイーゴルは天才か？あ、日付が変わった。まだ見せてくれんの？ここは？Думаю, все готово. Отлично придумано с музыкальной шкатулкой, товарищ майор. Борис был в контакте с КГБ. Я мог бы и догадаться. Он всегда был чересчур амбициозным.
Да, я уверен. Она вот-вот раскроет всю историю. А с ее связями неизвестно, удастся ли скрыть от западной прессы проект Дуга. Харука 昔から裏切ってましたよと。Так что рекомендую действовать быстро, товарищ майор. Нам нужно убедиться, что работа продолжается, без помех. Она опасный диссидент, ее нужно устранить. Ну а Хименюк, он нам пока не нужен. В замыслах Амалеевой он не участвует. Слишком наивен для этого. Такого, как он, товарищ Ленин назвал бы полезным идиотом. Только при этом он гениальный ученый. Спасибо, Борис. Приятно знать, что ты всегда был на моей стороне и что участвовал в похищении Татьяны. なるほど。バカ呼ばわりされてるぞ、イーゴル。見ちゃったな、いろいろといいこと。これで終わりかな？あ、まだある。Таня, что? Что ты хотел? Татьяна Амалиева, пройдемте с нами. И не шумите, пожалуйста. Давайте обойдемся без... для вашего же дела. А, じゃあ、KGB に拘束され続けてるってこと？え、30年間も？そんなことあるか？Что происходит? Кто вы такие? Правильнее спросить, кто вы такая. Татьяна Фоминишна Амалиева. Вашему отцу было бы стыдно за вас. Или он знает, что вы собираетесь предать родину? Может, он тоже в этом замешан? Что? Я понятия не имею, о чем вы. Это мы еще посмотрим. Нас ждет долгий разговор, товарищ Амалиев. Кстати, у нас есть общий друг. Борис нам все о вас рассказал. А, Борис ни ここで裏切られてますよと。はめられたと言えばいいのかな。Нет, он бы никогда. Парк, столько сделала для вас, и это ваша благодарность? Забили себе голову западной чепухой. Да, да, мы видели вашу контрабанду. Этот мусор просто омерзительно. Не нравится быть порядочной советской женщиной? Надоело притворяться? Что ж, больше не придется. Пора показать свое истинное лицо. Вы революционерка и провокаторша, готовая продать ЦРУ государственные тайны. Э, そうなの? Я понятия не имею, о чем вы. Пожалуйста, отпустите меня. Что об этом скажет ваш жених, Игорь? Он ведь такой порядочный гражданин. Он начнет вас презирать, когда узнает. А если продолжите сопротивляться, мы нанесем визит вашей семье в Мурманске. Лучше не доводите до этого. От долгой дороги у меня портится настроение. Нет, нет, не надо. Я пойду сама. Вот и はめられたってこと？え、牢屋？Кто ты? Кто ты? Не подходи ко мне! Не трогай! Не трогай меня! Не трогай меня! Отстань! Боже... Нет... Я больше не вынесу... И... Боже... Господи, Боже, нет! Прошу... Убей меня! Убей меня! KGB に拷問されてる？Не могу поверить. Борис ревновал Таню ко мне. И когда она ему отказала, он в отместку донес на нее в КГБ? Ну и подлец. А ведь я ему доверял. Господи. Я знал, что она ненавидит систему. Но чтобы слить государственные тайны западной прессе, правда ли это?
Может быть, я уже не знаю, во что верить. Борис кузян. Борис を突き止めればいいかじゃあ。